Также в день пророка Божия Илии архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий возглавил божественную литургию в Ильинском храме села Малые Брусяны Белоярского района Екатеринбургской епархии. Этот приход отметил престольный праздник. Прихожане храма во имя святого пророка Илии встречают главу Екатеринбургской епархии. Среди тех, кто пришел в Ильин день помолиться в его храм, и постоянные прихожане, и жители села, и казаки Оренбургского казачьего войска. Мы каждый год приезжаем в Брусяны именно в этот храм, потому что здесь мы окрестили ребенка. Его зовут Илья. Это его именины. И мы каждый год сюда приезжаем. День памяти святого пророка Ильи, Ильин день, отмечается 2 августа, в день создания ВДВ. И именно пророк Илья является небесным покровителем российских десантников. Поэтому в каноне пророку Божию Илии Святая Церковь прославляет его как воздушного воина. А в этом году в России отмечается еще и 80-летняя годовщина со дня создания воздушно-десантных войск. Пророк Илья – древний пророк. Когда я была маленькая, у нас всегда говорили «Ильин день», день Ильи пророка, и он разъезжает по небу на огненной колеснице. Так бабушка моя говорила. В день престольного праздника в храме было немноголюдно. Видно и тому, скорее всего, первый рабочий день недели. Но многие, кто смог прийти на архиерейское богослужение и кто готовился к нему постом и молитвой, удостоились принятия святых христовых тайн. По окончании богослужения архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий поздравил всех с праздником и обратился ко всем пришедшим с пастырским словом, в котором призвал всех молящихся брать пример со святого пророка Илии. Такая ревность к тому, чтобы все люди исповедовали веру Христову, должна быть у нас с вами, дорогие братья и сестры. Чтобы мы тоже ревновали о том, чтобы каждый человек, который нас окружает, был бы православным христианином, исповедующий Христа Спасителя, веру Христову, исполняя заповеди Спасителя нашего. После поздравительного слова владыки Викентия, руководителя отдела Екатеринбургской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, наградил архипастыря медалью в честь 80-летия со дня создания воздушно-десантных войск. Уполномочило мне поздравить правящего архиерея нашего дорогого владыку с этим праздником и вручить ему юбилейную медаль 80 лет воздушно-десантных войск. Спасибо большое.